Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником, с родительской субботой. Казалось бы, суббота родительское поминовение усопших, вот когда в храм приносят покойника, тоже сходят, на глазах у людей несчастье произошло, ушел человек, любимый, знакомый человек ушел. Но сегодня мы с вами по установлению Святой Церкви в один из этих прекрасных дней, радостных дней для усопших людей, собрались здесь, в этом храме, чтобы помянуть этих людей. В этот день уделяем очень много внимания усопшим, мертвым, как живым. Господь сказал, Бог наш есть Бог живых, а не мертвых, потому что у Бога все живы. И вот, пометуя об этих словах Спасителя, Святая Церковь, Спаситель это говорил саддукеям, людям, которые не верили в воскресение, также потом в воскресение Христа тоже не верили. И вот он это говорит им, и для нас тоже, конечно, говорит, чтобы мы в своих мыслях об усопших не отчаивались, не расстраивались. Сегодня мы с вами слышали слова Священного Писания, в котором тоже, и апостол Павел об этом тоже говорит в апостоле, говорит о том, что нельзя уподобляться этим людям, которые чрезмерно скорбят об усопших, потому что Господь приидет, одним своим глазом всех воскресит, и все будут в радовании находиться. Но вот один такой аспект, один такой моментик, тоже апостол об этом говорит, что кто-то воскрешение живота, а кто-то воскрешение суда. И нам, дорогие братья и сестры, конечно же, сегодня, в этот особый день, надо об этом помнить. И человек, всякий человек, ни одному человеку еще не удалось этого избежать, все когда-то мы представимся и должны помнить о том, как сегодня мы с вами приходим, кто придет за нас молиться. Господь говорит, какой меру мерите, такое вам будет отмерено. Вот если мы в эти святые дни, дни поминовения усопших, родных, близких или вообще всех усопших, за тех, кому может быть некому помолиться, приходим в храм, значит, Господь сам помянет нас. Вот если после нас никого не останется, то Господь нас сам помянет. И в этот день, конечно, мы вспоминаем усопших, но должны в первую очередь уделить внимание именно усопшему. Потому что зачастую так бывает, человек приходит, вроде молится и думает, как же я вот сейчас без тебя, мне плохо, конечно, как же я буду без тебя, вот ты для меня все делал, вот у меня с тобой не было проблем, когда ты был рядом со мной, и все о себе, и о себе, о себе, и о себе. А одновременно с этим молитва нужна в первую очередь этому человеку за его душу. Ведь всякий человек не знает, когда к Господу отойдет. На всякое время нужна молитва. Но бывает, человек болен, страшно, и не имеет возможности покаяния. Заболел очень сильно, память пропала. И с какими-то грехами он уходит, к Господу отходит. За этого человека нужна молитва? Ну да, конечно, нужна. Или человек внезапно идет, и просто сердце остановилось. Господь его к себе призвал, и человек тоже не успел покаяться. Нужна за такого человека молитва? Ну, конечно, нужна. И вот мы сегодня, дорогие братья и сестры, проявляя особую любовь к этим людям, должны молиться, вспоминать и просить Господа, чтобы Он их тоже всех помянул, простил им все прегрешения, вольные и невольные, которые они согрешили, Царствие Небесное их принял. В эти особые, сугубые дни молитвы, конечно, поминайте и родных, и близких, и всех научайте тоже ходить в храм обязательно в эти святые дни. Еще раз повторю, нужна молитва. Мы вот молимся, ходим. Разве за нас не нужна будет молитва? Ну, конечно, нужна. Сейчас вот посмотри, кого дочь, сын, кто в храм, никого не затащишь. Ну, потом придут вслед за вами. Вот в первую очередь вас занесут, потом они зайдут, вот так вот постоят, подумают что-то. Может быть, сплакнут и уйдут потом. Ничего не останется ни в сердце, ни в душе. Память какая-то останется такая непонятно, о счастливых каких-то моментах. Но в первую очередь мы с вами, как люди верующие, как христиане, должны помнить, что самая лучшая память о покойном – это молитвенная память. Это та память, которая не остается бесследной. Это то, что к Богу отходит в этой молитве. Все радостные, горестные сожаления или просьба о прощении грехов, помиловании, умягчении той участи, которая ждет этого человека после разлучения от смерти. Да и ничего покойному не надо, кроме молитвы. Ведь в этом вещественном мире, вот в этом, в котором мы с вами находимся сейчас, да, нужна какая-то помощь, физическая помощь, моральная помощь, духовная помощь нужна будет, финансовая помощь обязательно, да, вот это проявление любви.
Но когда человек отходит к Господу, ничего, никакие деньги, никакая еда, ничего ему не может помочь, ничего не может умягчить его участь. Только молитва. Молитва, по словам святых, это как луч солнца в ненастную погоду. Все мы с вами пребывали некоторое время в такой погоде, когда вот гнетет, когда такие вроде как бы и не тучи, но все, и солнышко не видно. И вот пребывают эти люди, эти души этих людей там в таком состоянии. И когда молитва произносится, особенно в этот день, луч солнца попадает на ту душу, на того человека, за которого молится. Поэтому будем сами молиться, дабы когда сами окажемся на их месте, тоже нам лучи этой славы Господней, чтобы Господь нас простил на всякие прегрешения. Вот мы надеемся на это, ждем надежды, проявляем любовь и верим, что Господь всех нас сохранит, что Господь нас всех к себе приусыновит. Но должны сами, конечно, здесь трудиться, стараться и жить по заповеди Христовой. Всех я вас благодарю, всех поздравляю. Сейчас мы с вами отслужим панихиду, будем молиться, конечно, за всех родных, за кого знаем, за кого не знаем. И особо давайте с вами помолимся за тех, кто сейчас охраняет нашу вещественную вот эту жизнь. За всех тех воинов, которые стояли когда-то на страже физически, сейчас духовно тоже будем молиться, воссоединяться с ними, в молитве обязательно. Будем молиться, чтобы Господь упокоил их души. Ведь Господь сказал, нет больше той любви, кто положит душу свою за други свои. А вот они уже по отношению к нам с вами проявили во всей полноте свою любовь. Давайте им достойно ответим и вознесем наши молитвы.